В этом видео поговорим о скрытом дверном ограничителе Secret от компании Marelli. Ограничитель состоит из двух основных частей, его основной части, ответной части, а также в комплектацию входит дюбель и саморез. Рекомендации. Расстояние при монтаже Secret между дверным полотном и напольным покрытием от 10 до 15 мм. Перед креплением ответной планки к полу на дюбель и саморез убедитесь в отсутствии теплого пола, матов, кабеля, труб, а также иных элементов, встроенных в пол. Для установки ограничителя установите дверное полотно горизонтально. Просверлите отверстие диаметром 14 мм и в глубину 48 мм с нижнего края дверного полотна в центре или ближе к краю дверной ручки. В просверленное отверстие ставьте дверной ограничитель, используя при этом немного монтажного клея для фиксации. Определите место установки ответной планки ограничителя на полу. Расположите ответную планку на напольном покрытии так, чтобы ответная часть находилась строго под самим ограничителем. При необходимости путем перемещения определите правильность местоположения ответной планки. Местоположение ответной планки на полу отметьте карандашом или маркером. При наличии теплого пола или иных элементов в нем закрепите ответную планку на двусторонний скотч. При отсутствии теплого пола закрепите ответную планку, используя двусторонний скотч, а также саморез.